Привет, я Женя, я ищу жильцов в свою квартиру. Она у меня чистая и светлая. Немного об унитазе. Если что, с ним не церемонитесь, я приду, починю. Это унитаз у нас хороший, в него можно, он смывает. Ага, хороший, и плавали знаем. Да не на... Всем привет, меня зовут Женя, я сдаю комнату. У меня... Ну, выпрямься, не сутулься, подбородок наверх. Кому нужен сутулый сосед? Мам, да им все равно, сутулый я или нет. Правильно, это никого не волнует. Главное, что квартира чистая. Квартира чистая. Светлая. Мам, да я сам могу. Господи, что ты можешь без мамы? Трогать тебя везде? Да. Новый сериал ТНТ. Без меня он будет несчастен, несчастен, несчастен. Без меня он будет несчастен. Прикуси язык. Прикуси язык, прикуси язык. Ты что такое говоришь, а? Не сутулься. Зараза неблагодарная. Женя не способен к самостоятельной жизни. Ты видел меня голой в душе? Как ты... Фу! Оксан, ты как? Мне плевать, кто вы. С 10 января, в 8 вечера. А это кто? Это моя мама. Вот. На ТНТ. Уважаемые телезрители, после новогодних праздников ТНТ покажет новую многосерийную комедийную киноэпопею про маленького сынка, без меня он будет несчастен, неуверенного в себе Женю. Вам нужно разъехаться. На новом самостоятельном этапе своей жизни Женя встретит свою первую любовь. Ой, простите, извините, пожалуйста. И будет решать проблемы своих не всегда адекватных постояльцев. Бог, батюшки, а давайте поменяемся партнерами. Я за. Смотри новую комедийную киноэпопею «Мне плевать, кто вы» с 10 января в 8 вечера на ТНТ.